Итак, друзья, год назад я покрасил забор деревянный маслом, да, для дерева специальным от Tikuila, называется оно Valtia Natural. Суть его заключается в том, что оно должно сохранять натуральные цвета дерева. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот здесь, ну, в принципе, здесь все неплохо, но, например, если посмотреть вот сюда, то мы увидим, что оно все, к сожалению, слезло. То есть эффективность этого масла, ну, забор еще более-менее, верхняя часть тоже вся облезла. И печально уже выглядят ворота, которые тоже покрасились этим маслом. То есть масло по сути даже не хватило на год. Уже вот эти вот серые пятна. Хотя ложили в два слоя, о, а здесь еще и отшелушилось. К сожалению, масло оказалось не очень качественным. Возможно, на такие поверхности, на уличные, логично класть все-таки что-то типа Осмо. Но также есть опыт небольшой использования масла Pinatex. Раньше было покрашено этим маслом, но, к сожалению, оно тоже за год пришло в негодность. На улице при открытых условиях это все не держится. Но очень неплохо себя показала краска Picatecho. Ну, здесь идет покрытие. Раньше тоже было маслом покрыто. Масло тоже облупилось. И мы решили покрыть Picatecho. Вот Picatecho Valtia, ой, не Valtia, а Tikuriloвская, она достаточно хорошо, вот год продержалась и очень хорошо смотрится. А также мы пользовались краской Miranol. Она... Вот Миранолом мы красили нижнюю часть. Миранол краска прям очень крутая. Мне понравилась Мираноловская. Отсюда, наверное, можно вывод сделать такой, что я могу вам смело порекомендовать Picatecho краски Миранол. Масла Valtia, к сожалению, рекомендовать вам не могу. Они даже... Вот у нас колодец вроде на улице стоит, да, но под навесом, поверхность под навесом, она тоже пришла в негодность. Масло для дерева Valtia не рекомендую. Говорят, очень неплохо себя масло Осмо показывает. Но как они на улице себя показывают, тоже не могу вам сказать, потому что опыта эксплуатации нет. Но и стоимость масла Осмо в разы больше, в разы, скажем так. Даже не в два, не в три, там что-то несколько раз больше.